Всем огромнейший привет, с вами снова Айс. Мы продолжаем прохождение Ведьмака 3. Дикая охота. Дикая охота. Дичайшая. Так, куда нам вообще нужно? А, точно, мы же... Чертежи, да? Чертежи. Чертим чертежи. Стопы великана нужно туда куда-нибудь тпшнуться, да? Так называется место. Вернее, быстро переместиться. Ты кто такая, погоди? Шутница Дремон. А что я не могу с тобой пошутить? Было бы интересно, наверное. Наверное, очень интересно. Шутницы пошутить? Как вы думаете? А чё нас посылают непонятно куда, когда мы вот вроде как... Вроде как рядышком с предметом, искомым нами. Я ж тут был, как я вообще эту фигню мог пропустить? А, потому что, скорее всего, она под землей где-то, да? Или под водой. Тут нет ничего такого. Что за ерунда тогда? Ну, а скалу как-то нужно забраться, что ли? Да, наверное. Не смогу туда забраться, по-любому. Наш ведьмак не скалолаз, к сожалению. Хотя... Теоретически... Он сюда как бы забирается. Каким-то образом, да? Арбалет, предмет мастера. Надо же. Он не взял с собой. Не забирается. Это я так пошутил немножко. Что-то того, что он сюда забраться сможет. Конечно же, нет. Вам не Assassin's Creed. Просто не Assassin's. В итоге, что мы имеем? Мы имеем нифига, да? Наверное, нам нужно на скале найти сначала метку грифонию, да, ведьмачью. Потом уже там скажут, нужно тут обследовать территорию получше. Блин, нет нифига такого. Мать, что за ерунда, а? Обидно, досадно. Очень обидно и очень досадно. Если мы сейчас не найдем какую-то... Травозубровка вроде достаточно ценная вещь. Блин, ну где рисунок-то? Должен же быть рисунок. Ведьмачья школа. Так, ладно. У меня есть одна идея. Она, конечно, глупая. Но она у нас есть. По крайней мере. Татьяна, да, она очень глупая. Эта идея очень глупая. Наверное, не сработает. Наверное, она не сработает. Хотя. Давайте попробуем все-таки. Других вариантов у нас мало. Что вариант такой тоже, знаете, средней паршивости, мягко говоря. Ну, вдруг он у нас получится. Так, если я смогу вот по этой скале пройти сюда, забраться вверх один хрен не смогу, да? Тихо, блин. Ай-яй-яй-яй, тихо. Не смогу. Я думал перепрыгнуть оттуда туда, на тот грот. То есть с одной скалы с разбегу перепрыгнуть на этот небольшой утес. Или уступ. На эту небольшую скалу. Это у нас не получится. Тут не получится. Блин, обидно на самом деле.
Очень обидно, потому что нам нужно каким-то образом все это делать. Вот, используя ведьмачье чутье, не ведьмачье, это особого значения это не имеет. Какое чутье мы будем использовать для этого? Было сохраниться, конечно, прежде чем там что-то делать. Это что-то есть, что-то мелькнуло с желтым. Это мелькнуло с желтым цветом. Сундуков очень много. Я, видимо, тут проплывал, контрабанду не взял или просто сундуки эти не нашел. Все, в принципе, ингредиенты-то эти ничего не весят, поэтому. Странно, как их не заметил. Вернее, почему я их не взял. Один вариант остается, то, что я их не заметил. Но если тут плыл, то почему я их не заметил? Ладно, открываем сундук. Вряд ли там что-то будет, конечно. Ну да, тут малый камень и все. Я имею в виду, вряд ли там будет чертеж, который нам нужен. То есть чертеж где-то на этой скале, а как туда попасть? Геральт, уважаемый, выберитесь и пожалуйста, выберитесь чисто-начисто на эту скалу. Можете забраться. Молодцы. Ну и как нам туда попасть? Нам-то нужно не сюда, нам нужно туда. Ну, вот показывается, да, грубо говоря. То место, где должны быть несметные сокровища в виде чертежа. Ну, я не смогу забраться на самый верх вообще, в принципе, смотрите. Смогу! Ага, значит, вот так вот нужно было сделать, да? А потом аккуратненько тут спуститься как-то. Да не, нифига. Но с другой стороны, почему я могу туда забраться? Обычно на такие скалы забраться не могу. Значит, тут действительно что-то есть. Секундочку. Блин, не видно нифига. Вниз посмотреть бы, блин. Тут ничего нет. Вообще ничего нет. Да уж. Что-то должно быть как будто внутри этой скалы, то есть. Ну, под ней... Я тоже не могу под нее заплыть. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как этот чертеж вообще брать, если вы помните, конечно, кто играл в эту игру уже. Потому что, ну, это очень странно. Мягко говоря. Дико странно, я бы даже сказал. Я сюда могу забраться? Да ладно, смотрите. Наш Геральт вдруг стал скалолазом, представляете? Просто настоящим скалолазом, блин. Больно, больно говорю. Да погоди, давай повыше соберемся. Можешь как-нибудь прыгнуть? Во, отлично. Тихо, 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 тихо. Я удивляюсь, что Геральт тут вдруг стал лазить по скалам. До этого не лазил, не лазил, а тут вдруг стал. Я не вижу чертежи. Это плохо. Это очень плохо. Ужасно плохо.
Что еще можно сказать? По этому поводу. О, бандиты, здорово. Сейчас убьешь, погоди. Воняет трусом? Хорошо. Что-то как-то они быстро меня убили, да? Два удара и все готово. Неудачное сегодня какое-то начало у нас серии. Абсолютно неудачное. Ну ничего страшного, ничего страшного. Можем использовать в конце концов квен. Можем использовать в конце концов масло, яд повешенного. А руки прочь от моей баранки. Каким? У вас же нет героев среди бандитов. Одна шушера и шелупонь, которую очень легко убить. А вот они где, ё-моё. Ну то есть метка карты, конечно, была потрясающе расположена просто. Просто потрясающе расположена. На уступе, блин, или 25 метров от него. Ой, хорошо, что муса забрели. Так что в комментариях можете не писать. Где находится этот чертеж, я его нашел уже. Случайным образом. Но опять же, вот это доверие к карте, да? Когда ты привыкаешь настолько, что карта тебя не обманывает. Если было бы задание там, например, просто по побережью пробегать и найти чертеж, чтобы я бы все побережье оббегал, чтобы его найти. А так ты приходишь по отмеченной на карте точке, к отмеченной на карте точке конкретной, да, и пытаешься там, не знаю, упарываешься, пытаешься там что-то куда-то лазить, что-то прыгать, что-то делать. Понимаешь, что обычно там оно и должно быть. Удивляешься, почему там этого нет. Если я буду сегодня заговариваться, извиняйте, немножко не выспавшись. Чуть тут совсем. Ладно, сонный я совсем, сонный. Как сонная, блин, навозная муха. Поэтому и говорю, наверное, как сонная навозная муха. Прошу меня простить за это. Я постараюсь быть более веселым и более интересным. Что там у нас по еде? Еще минут, наверное, на 5 ее хватит. Ну, может быть, на 2, на 3. Да, мы плывем по вопросикам, опять же. Но, опять же, их нужно собирать. Честно говоря, я немножко устал от этих вопросиков. По чесноку, вот именно подводных. Ну, нудноватые, не очень интересные, да? Чисто контрабанда и все. Но мы решили делать все, значит, мы будем делать все. Тут дело, не знаю, даже не то, что принципа, но... Если решили, значит, будем. Не, ну сирена явно посимпатичнее Ведьмаке, чем в Darkest Dungeon. В данжене сирена, конечно, абсолютно не привлекательно. А ведьмачки сирена ничего так. Можно с пьяну перепутать. Ну давай, одна осталась. Одна благоразумно удалилась. Ну и правильно сделала. Даже сирены хотят жить. Мораль сей басни такова. Не убивай сирену, она хочет жить.
Ну, я говорил, не обращайте на меня внимания, я буду нести всякую чушь. Таки бред. Иногда. Давайте посмотрим, что у нас есть. Знаю, что перчатки вот эти можно выкинуть, потому что они очень много весят, но мало стоят, как и... В принципе, есть. Как этот меч тоже. Остался один сундук тут. Доспехи вроде дорогие, как я помню. Тяжелые, но дорогие. Так. Да, 600 и... 400, нет, другой доспех, вот этот. 900, отлично. Кому их только продавать, в Оксимфорте разве что бронику, которая мне сет сделает как раз. Как раз сет мне сделает... Давайте сделаем вот так, 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 и потом сюда. Как вам такой вариант? Пойди, тогда нужно это тоже делать. Ладно, берем вот эти три вопросика и идем сюда. А эти вопросики будем там на обратном пути потом как-то брать уже. 500 метров плыть, 500 метров. Ну, по сравнению с 2 километрами в прошлой серии, это вообще ни о чем. И были уже почти 450. Новая сирена или утопит сирена? Топцы так далеко не заплывают. Победа. Победа именно сирена. Знаете, в такие моменты ты немножко жалеешь, что нельзя нажать какую-нибудь кнопку автобега, автозаплыва. И просто пока он плывет, не знаю, раскинуться в кресле и закрыть глаза и что-нибудь вам просто рассказывать. Я так, наверное, засну, если я так сделаю. Ну ладно. Как раз в Оксенфурт можно будет к бронику сходить. Если не ошибаюсь, там нужно будет... Блин, или не в Оксенфурт, в каком? В каком поселке был дворф, короче, гном? Полурослик. Который там еще инструменты-то хотел себе. Если будут улучшены инструменты, я сделаю тебе классный сет. К нему можно сходить, сделать сет грифона. Без мечей. И потом продать ему все эти доспехи. И получится, что мы сет сделали в ноль. Даже, может быть, плюс себе. Еще одна контрабанда. Давайте поднырнем. Занаслаждался я мотивами немножко. Напевами, поэтому немножко перестал говорить. Простите. Простите меня, утопцы, я не хотел вас убивать. Мне пришлось, меня заставили. Меня вынудили это сделать, блин, опять перчатки говнястые. У меня нет времени просто под водой разбираться, что там хорошее, что нет. Я же делаю потом, когда мы всплываем. Нет, на перегрузка уже пошла. Так, ну перчатки в топку, это точно. Паги туда же. Броню нет. Меч да. Топку. Туда же. И теоретически тоже можно выкинуть все это. Можно и оставить. А чего это по нам... А, блин, я знаю, что мы выкинем. У нас седла там разные вот эти.
Американские сидельные сумки. У нас такие же. Но достаточно дорого стоит, не так много весит. Поэтому можно их оставить. Давайте еще два вопросика и поплывем на остров. И поплывем на остров мы. Найдем с помощью ведьмачьего чутья стальные мечи. Вернее, чертеж для стальных мечей. Для стального одного меча, ладно. Блин, я хочу послушать какие-нибудь другие песни в исполнении этой певицы, которая темнопела тут в игре делала. Это же человек делал, это же не компьютерный голос, правильно? Если как ее зовут? Я бы хотел какие-то песенки в ее исполнении послушать. Возможно, она фолк какая-то певица. Мне кажется, что это шведка. Шведочка. О, блин, попадай, Геральт. Это же нас изнасилует просто, если не попадешь. Он уже перегрузка. С самого начала перегрузка идет. То, что мы сплыть не сумеем, да, вообще, если я поплыву к этому сундуку. У нас воздух из-за перегрузки так быстро кончается. И придется выкидывать что-то. Всплывай ты, Вася! Вот и Вася, реально. И в топку. Тут не хочется в топку выкидывать, конечно. Да. Можно вот это сделать так. Придется сделать так. И придется сделать. Блин, не хочу. Делаю так. Сделаю так. Так. Что еще можно выкинуть? Блин. Слишком дорогое все. Я не хочу это выкидывать. Слишком все дорого до меня досталось. Ладно, так. Еще 4 килограмма, если так. Так. Отлично. Все это слишком дорого мне достается. Понимаете? Слишком дорого. Ладно, теперь нужно туда плыть, короче. Где я это все буду продавать и как это все буду продавать? Это хороший вопрос, на который пока что у меня ответа нет. Не, ну мечи чисто теоретически мы продадим опять же в Новиграде, да, нашему знакомому эльфу. Где продавать броню? Фиг его знает, честно же. А, кстати, я у Крового Барона тот был, да? Полурослик-то, блин, полурослик. Двор, короче. Краснолют или как он там. У Крового Барона в замке был. Мы к нему сходим. Сделаем как раз задание. И попробуем сделать у него сет Грифона третьего уровня. Блин, для этого мне нужно будет забрать, наверное, сделать сет Грифона третьего уровня, мне нужно сделать сет Грифона улучшенный. Улучшенный сет Грифона у меня, кажется, есть, но он лежит у меня в сумках. В сундуке, вернее. Иду к в Новиграде. А нужно сначала броню продать. Ладно, сейчас мы будем что-то как-то продавать, что-то как-то где-то почему-то и когда-то. Некоторое время мы это, естественно, потратим. Ничего не поделаешь.
Не хочется выкидывать доспехи, которые стоят 1000 золотых. Согласитесь, это глупо. Если мы их уже взяли. Если мы их уже взяли, то выкидывать их глупо. Были на этом острове, в принципе. В принципе, были, да. Здесь вроде броник, или это не броник, а улучшение брони. Просто заточка чисто брони и меча. Да, дрался с драконом, убил дракона 5 штук. 5 драконов убил. Может быть даже 6. Но это не точно. Броник. Приветствую. Ты тоже здорово. Покажи свои товары. Посмотрим. А теперь первым делом... первым делом починимся. Посмотрим, что он может сделать. Ага, ничего он не может сделать. Соответственно, тогда продаем ему. Брони. Дофигенная, офигенные брони. А почему так дешево? Не понимаю. Почему так дешево? И почему так дорого стоит доспех солнца? Камни, потому что слиток метеоритного серебра еще, да? Ладно, так делаем. Так, 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 так. Ну это что-то дешево он очень продает, покупает, вернее. Прям очень дешево. А я не продешевле у тебя? Не продешевле его ни в коем случае. Хоть у нас почти 45 тысяч. Будь здоров. Не кашляй. Давайте на этом острове чертеж-то заберем вначале, да, Грифоний? Потом уже будем там быстрое перемещение. На твои достоинства, естественно. А что я еще мог уставиться? Не на твое же необремененное умом лицо. Да ладно, чё мы скатились-то? Просто взяли и скатились по этой горе. Ну давай, Геральт, ты же по горам лазить умеешь. Да умеешь ты же лазить, ты же мне рассказывал и показывал, как ты умеешь это делать. О, другое дело, братишка. Совсем другое дело. Я тебе и сухофруктов принесу покушать. Главное, ползи. Ползи, говорят тебе. Как никогда не полз. Ты же сможешь забраться. Я чувствую, что ты сможешь. Я прям чувствую, я же вижу, что ты можешь. Если ты не будешь выделываться, ты сможешь, по-любому. Все проблемы у тебя в голове. Ты просто из-за того, что ты боишься, да, забраться ты не можешь это сделать. О, бандиты 24 уровня, кстати. А так, не хотите получить? Тихо. Какого фига у меня не квен стоит, во-первых? Гуляй. Ты тоже гуляй. Знаю, перед дебилом. Ой, простите. Я оскорбил дебилов. Намного хуже. Ты просто идиот тупой. Еще абсолютно. Да я знак хотел посмотреть, а не огонь тушить. Здесь что это смотреться? Я согласен с вами. Давайте осмотримся, найдем доспехи школы Грифона. Чертеж для меча, вот он. Вот он самый. Ведьмачьи древности, улучшение школы Грифона 3-го уровня. Получено достижение. Ачивка разблокирована.
Ну что ж, давайте в деревушку. Быстрое перемещение куда-то делать. А, смотрите, пристань Уриала. Давайте на пристань Уриалу эту. Уринотерапия почему-то сразу на ум приходит, когда я слышу название пристань Урила или Уриала. Вот, ладно. У кого что болит, как говорится. Хватит пошлить вообще. Что с нами сегодня такое? Так, ну быстрый переход нужно совершать. Я даже не знаю куда. Давайте Велен. А где этот поместье Красного Барона-то, ёшкин кот? Вот оно, да? Замок Вронится вроде как. Там броник должен сидеть. Расколдовать уму было нелегко, но это удалось благодаря общим усилиям. Йеннифер... Совсем недавно еще в этом замке с Красным Бароном я беседовал. Узнавал, где находится Цири, а теперь уже, блин, мы узнали, что она на острове Туманов. Как быстро летит все-таки время. Ну, конечно, на самом деле, не так уж и недавно, очень даже давно, но все же. Обсуждая и ожидая заказ, вы можете поднять цену, но будьте осторожны, настроение заказчика. Смотрите, потому что если вы настроите его против себя, он вам скажет, что ж тебе не с маслом, блин, а не заказ. Он, наверное, так скажет, я не знаю точно. Если не ошибаюсь, то инструменты как раз Скеллиге нужны были ему. Один товар по цене двух, я согласен, давай. Давай-давай, торговаться. Ну, торговаться, не? Смотрю, покажи товары. Покажи мне свои товары. Цикова навара. Угу, читали уже текст этот. Квестовый. Давайте продадим тебе седло вот это. Сумки, вернее, зариканские. Чё так дешево-то, ё-моё? Вообще грабеж средь бела дня. Просто грабеж средь бела дня. Тару ты, конечно, не покупаешь, да? Или покупаешь? Покупаешь. А травки-то у меня есть кое-какой. Продать-то, ой, какой-какой травки-то у меня есть. Ой, какой травки-то у меня только нету, блин. Какой травки у меня нету, блин, вот именно. Будь здоров. Наверное, самое нужное и самое важное. Эй, чё? Вот сюда, да? Я к тебе подходил, ты со мной общаться не захотел, гад. Ты опять назад зовешь. Хитроумный. Твой план капкан не сработает. Не пойду я в твою ловушку. А почешу себя лучше за ушком. Так, ну что, ты же краснолюд тут, да? Да. Чем могу служить? Многим. Инструменты у меня. Я побывал на Ундвике, и вот что я нашел. Уколи меня, сучок. С виду как настоящие. Они есть настоящие. Они есть настоящие. Посмотри на орнамент. Как ты их раздобыл? Было нелегко. Поэтому я рассчитываю на скидку. На доспехи, которые вы для меня сделаете. Гарман Айб Грёникан. Генерал-лейтенант 2-й конной армии. Приветствуем в наших скромных чертогах. Это честь принимать такую знаменитость. Я слышал, вы, господин генерал, большой знаток всего, что касается доспехов. Верно. А тебе говорят, что ты мастер. О, вы слишком добры. Мне нужны тяжелые доспехи, способные выдержать бронебойные снаряды. Снаряды? Арбалетные болты, значит? Будет тяжело. Тут нужен особый сплав, закалка. С новыми инструментами мы справимся. Разводи огонь, я займусь остальным. Наглые у тебя работники. Видите ли, господин генерал, сейчас тяжело найти хорошего помощника. Прошу вас, пройдемте внутрь, обсудим детали.
Вечно одно и то же. Хватит уже с меня. Хватит чего? Того, что все относятся ко мне как к пустому месту. А на самом деле доспех для Нильфгаардца, которому Фергус так мастерски лежит задницу, буду делать я. Кстати, твой панцирь тоже. А чем тогда занимается Фергус? Кует подковы, гвозди. Я его не подпускаю. Простую заклепку может испортить. Но когда ходит до расчетов, то мастером зовут его. Кто поверит, что человек, тем более женщина, может быть хорошим оружейником? А краснолюд-кузнец — другое дело. Я тебе верю, женщина. Потому что я вижу твои украшения на ушах. Если все на самом деле так, почему ты не скажешь об этом открыто? Я как раз собираюсь. Пусть Фергус сам делает доспех для Нильфгаардца, а я сделаю второй. Потом посмотрим, какой лучше. Только вот есть одна вещь, которую я достать не смогу. Ты не поможешь? Помогу. Смотря что нужно. В конце работы доспех закаляют. Обычно для этого используют масло, а я хочу использовать кислоту. Кикиморы и архигрифоны плюют кислотой. Архигрифоны? В смысле, драконьи грифоны. Пару дней назад бароновы люди рассказывали, что такой объявился к северу от Вронец. Говорят, он убил нескольких человек. Надо думать, на него и так есть заказ. Так что убью его, поймаю двух зайцев. Принеси мне кислоту, и я докажу, что я лучше Фергуса. И я смогу сделать для тебя такие латы, каких не сделает никто другой. Я с тобой согласен вообще полностью. Я должен закончить панцирь. Я тут чуток занят. Так, давайте посмотрим, какое задание уровня, вернее, какого уровня задание мастер Броник. 24-е, нормально. А далеко идти? Не особо, да? Ну, отлично. Не хочу, чтобы, короче, человеческую женщину унижал какой-то, блин, выродок краснолюд. Вообще. Вообще жесть. Краснолюда, короче, на Рею, пускай висит, а ее в кузнецы. И великие мастера этого Редания, Тимерии и Нильфгаарда. Всех вместе. Такой наглый краснолюд вообще дико. Мастер, блин, ломастер, ё-моё. Наглые работники. Сам ты наглый, козлина. Нильфгаардская, блин. Когда мы вас будем убивать, посмотрим, кто наглый работник. Правильно я говорю? Мы же за Тимерию, за свободную, да? Интересно, вам нравится Нильфгаард? Напишите, пожалуйста, в комментариях, как ваше отношение к нильфгаардцам? Может, я один такой ненавистник нильфов? Даже тебя убивать не хочу, честное слово, блин. Ну, просто вообще бесполезно, седьмой уровень, блин. Жалкое зрелище. Минус. Зрелище действительно жалко. Где грифон-то этот, блин, вот в чем вопрос. Вот следы грифона. От этого осталась только рука. У архигрифона был сытный ужин. А я его смогу найти вообще? Здесь он закончил пировать и направился на открытое место, чтобы взлететь. Так, если нам сюда, то, блин, а дальше-то куда? Где мне его искать-то? Грифона этого. Вот что-то вижу. Распоротый живот, рваные раны. Скорее всего, от когтей. Наверное, да. Наверное, вы правы. Я соглашусь с вашим экспертным мнением, товарищ ведьмак.
Так, секунду, тут можно еще что-то посмотреть. Перо архигрифона. Наверное, он его потерял, когда взлетал. Может, у него гнездо где-то рядом. Может быть. Площадь, конечно, достаточно обширная. Но... Здорово, грифончик. Как делишки? Приземляйся. Будем с тобой пировать. Накерами будем пировать. Давай. Блин, я по нему мажу, да? Хоть если на лавку бью. Будем по архигрифону так просто не попасть. Кислота есть. Великолепно. Ну что ж, я теперь знаю, как назвать серию. Архигрифон, естественно. Ну или Мастер Броник. Все-таки архигрифон звучит как-то солиднее, да? Иоанне. Интересное имя у барышни. Красивая, необычная. Странно, что до этого мы этого архигрифона не замечали. Вроде тут мегали тысячу раз. И он появился только после того, как задание это получаем. До этого он тупо не респаунится тут. Но это не страшно. Но чтобы битва была недолгой и очень продуктивной. Блин, нам что, оббегать все это место, да, придется как-то с стороны же не войти в замок, да? Ну да, есть такое дело. Но будет стыдно этому краснолёду, когда его все раскусят, что он может только, что он может только ковать гвозди, блин, и то испортит их. Я хочу на это посмотреть. Может быть, даже его повесят. Это будет, будет знать краснолюдина поганая. Ой. Тебя нафиг. Что-то потеря времени только с тобой связываться. Полезно абсолютно. Бандюган. А то помните, когда мы в одно из заданий выполняли там этот... Да, его, конечно, кузницу подожгли, но он сдал его, чтобы его повесили. Он знал, что его повесят. То после этого я краснолюдов не очень люблю. Допрыгнул? Допрыгнул, отлично. Великолепно. Дети, домой. Белоголовый пришел. Неожиданно наклюнулось это задание, достаточно интересно. Очень интересно будет посмотреть, что будет дальше. Эльфгарцы по-любому и не поверят, да? То есть, ну, заставят как-то доказывать чего-то. Я думаю, что мы как раз тут будем вовремя. Мы вмешаемся и встанем на ее сторону. Ты вернулся. И как? Достал кислоту? Конечно. Да, только осторожней. Она очень едкая. Знаю. Там, откуда я родом, она обожгла многих. Доспех уже готов. Остался последний штрих. А потом посмотрим, кто лучше. Фергус или я. Геральт, я закончила. Ух ты, какой классный доспех. Выглядит очень профессионально. Милости прошу, господин генерал. Доспех уже ждет. Скажу, не хвастая, вышло вполне достойно. Топорная работа. Надеюсь, внешний вид не отражает качество. Господин генерал. Извольте взглянуть на мой доспех. Что все это значит?
генерал. Мастер-оружейник Иоанна, а не Фергус. И в доказательство она выковала эти доспехи. Иоанна, что ты творишь? Во имя богов! Все-таки Тимерия — дикий край. У нас такое своеволие подчиненных недопустимо. Если позволите, господин генерал. Я состою у Фергусов в подмастерьях только для виду. Мы так договорились. Никто же не поверит, что женщина может быть лучшим оружейником, чем краснолюд. Ты права. Я не верю. Но раз ты столь уверена в своих способностях, мы устроим испытание. Без манекенов. По-настоящему. О, какая толпа! Эй, ты, наденешь этот доспех. Я? Да я ж коня подковать. Это был приказ, а не просьба. Господин генерал, я выковала этот доспех для мужчины. Он не сядет на меня. Тогда найди, на кого сядет. Геральт, ты поможешь? Да. Я помогу. Ладно, будь что будет. Надеюсь, я об этом не пожалею. Надевайте латы, оба. Я буду ждать снаружи. Ну, эти латы пробьет 100%, а вот эти вряд ли. Но они сделаны очень классно. Мать твою, а я-то пришел коня подковать. Этот панцирь должен защитить от арбалетного болта? Заплатите ему за ущерб. Теперь посмотрим, чего стоит второй доспех. Не пробьет, уверен. Живой? Я-то оклемаюсь. А вот доспехи эти, дрянь. Встань! Я хочу осмотреть доспех. Не вмятины. Меня тяжело удивить, но должен признать, тебе это удалось. Куда пошел? С этого дня кузница принадлежит мастерице Иоанне. Отлично. Она также будет выполнять все заказы для Нильфгаардской армии. Это я. Великолепно. Куда уж яснее. Вот плата за доспех. Я пришлю за ним кого-нибудь. Ладно, пойду, пожалуй. Соберу только вещи, да и исчезну с глаз. А ты можешь быть подмастерьем. Подковывать коней. Не обязательно вот так вот расставаться. Ты был хорошим помощником. Мы могли бы работать как прежде, только теперь уже без вранья. Факт. Сработались мы неплохо. Вот, отлично. Ну так беги, разводи огонь под горном. У нас новый клиент, и ему нужен ведьмачий доспех. Именно, мне нужен доспех. Причем легкий. Ты ведь не верил, что доспех выдержит. Я верю в виртуозное мастерство, потому что сам к нему стремлюсь. Если бы ты не знала, что делать, то не просила бы легендарные инструменты и кислоту архигрифона. Спасибо за доверие. Твой панцирь будет готов через несколько дней. Давай я помогу тебе. Через несколько дней? Блин, я хотел сразу панцирь, и через несколько дней. Чё такое? Крутёж кирасы из Макдейна, наверное. И её дадут, а? Что-нибудь нужно? Конечно, нужно. С тобой пообщаемся. Странный у тебя говор. Ты со Скеллиги? Сарт Скеллига, но с детства жила в Гольмштейне. А почему уехала? Я всегда хотела быть кузнецом. Целыми днями в кузне крутилась. И все мне там нравилось. И жар, и запах, и удары молота. Когда мне исполнилось 17, отец сказал, что ему больше нечем у меня учить. И отправил в мир оттачивать ремесло. Через несколько лет я стала мастером. А потом началась война, и я осела здесь. Как там мой доспех? Почти готов. Но я бы над ним еще поработала. Дай мне немного времени. Ладно, увидимся.
Так, мы в Гвинт еще не играли. И товары, кстати, не смотрели. Что у тебя есть? Может, у тебя на продажу что-нибудь интересное еще есть? Что-нибудь есть, что-нибудь есть. Продаем, ладно, это все. По не очень хорошей цене, но... Ладно, что поделаешь. Так, а я могу с ней не сделать доспехи, те, которые я хочу сделать? Зачем доспех Школы Грифона? Нужен обычный доспех Школы Грифона. Дмеритовая пластина, которой у меня тупо нет. А где мне ее брать? Фиг его знает, да. Давай в Гвинт сыграем. Не желаешь сыграть в Гвинт? Великолепно. Поехали. Чудовище у нее. Мы делаем первый ход. Не люблю делать первый ход, как вы знаете. Но тогда, когда у нас нету карт, которые фармят. Когда у нас есть карты, которые фармят, в принципе, делать первый ход я или делает ли первый ход противник, мне абсолютно все равно. Ну так себе, ладно. Таинственный эльф. У всех фармящие карты, а? И такая фигня нафармилась, а? Просто такая фигня нафармилась, дичайшая. Тьмит слов просто. Просто никаких слов нету. А, так сделаем. Просто выиграем этот раунд. Просто выиграем этот раунд. А я не могу легендарные карты возвращать, я идиот. Я об этом совсем забыл вообще, вообще забыл. То, что я легендарные карты тупо возвращать не могу. В бой. Ну ладно, это не страшно. По крайней мере, пока. Один ноль мы ведем, в принципе, можем что-нибудь сделать интересное. Я хочу с него выманить еще несколько карт. То есть я хочу сделать вот так. И выманить некоторые карты у него. Например, сделать вот так. Выманить еще у него карты. То может быть сделать так. На самом деле я могу и так выиграть, мне кажется, нет? Мне все-таки лучше не рисковать, да? Я тоже так думаю. 1-1 у нас будет отличная карта, и мы должны выигрывать достаточно просто. Неважно, какие карты он будет ставить, хоть по 15 все. У нас есть возможность возвращать. Не важно, опять же. Мы еще раз ее вернем. Или вообще не знаю. Ну да, ее вернем, все правильно. Катапульту. Баллисту. Приберег он напоследок легендарные свои картишки, но это его не спасет. Победа. Верни ее. Какую карту я получу? Интересно, очень интересно. 10 крон и... Виверна. Отлично. Ну что ж, на этом всем огромнейшее спасибо, кто смотрел. С вами был Ай, ждите новых серий. Всем пока. Пока.